что там за гробом тебя что-то ждет. А можешь думать, как думали наши предки нигилисты, что умрешь, лопух вырастет и все. Ну, пожалуйста. Но веришь ты или не веришь, и Бог есть, и загробная жизнь есть, и ад есть. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду? Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо, если ты вообще такой умный, такой прям весь свободный, тебе вот на все начхать, ты сам все знаешь, че же у тебя такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сынок, в аду, ты не знаешь радости, ты мертв, тебе тяжело, тебе противно. Тебя все мучает, тебя раздражает люди, мухи, тебя раздражает жара, тебя раздражает дождь, тебя раздражают политики, тебе все, все, что есть, тебя раздражает, мучает, тебя мучает папа, мама, дедушка, бабушка, соседи, Путин с Медведевым, Барак Обама. Все тебе тяжело, противно, тебя ничего не радует. Даже соловьи тебе спать мешают. Потому что ты хочешь от этого куда-то уйти, куда-то где-то уснуть, в чем-то забыться, нажраться, наколоться, уснуть, уйти от этого. Почему? Ну потому что ты в аду. Тебе не надо никуда попадать, там, в рай, в ад. Ты уже, голубчик, давно в аду, из которого выход только один. К Богу. Если поверишь, ты можешь спастись от этого ада преисподнего, который внутри твоего сердца свил гнездо. Ты можешь выйти. Господь, Он тебе не вспомнит твоих идиотизмов, из которых ты построил свою жизнь. Он обрадуется. Читай притчу о блудном сыне. Найди ее в Евангелии, прочти, это тебя непосредственно спасет. Вот что такое покаяние. Покаяние – это не то, что что-то не тот съел, кого-то там осудил. Нет. Покаяние – ты изменил направление своей жизни. Потому что большинство людей создали вокруг себя ад. И в нем живут. В этом аду они злятся. Они сплетничают. Они друг за другом подглядывают. Они ищут в людей только плохое. Они пытаются найти доказательства своей правоты, которой является собой возможность быть в аду. Они выбрали ад. Они им в нем в аду комфортно, ибо привычно. Они боятся, как кроты